Можно, знаешь, как они же понимают, что Фурион ТП, что встань, они встанут туда специально. Да. Побалуйся, блин, будут. Да. Подожди, сейчас крипы пройдут. А ты можешь. Хорошо, что там вижен есть. Задуть крипов. Лечу, лечу. Давай. Кидай! Прилетел! Вот сейчас я влетаю. Лечу на них. Жесть. Боже, это жестко, да? Вот. Давай. Два ульта дал. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорош. Пуч. Пипелит, пипелит, как сотри. Оу, майн, просто, как же пипелит там. Я думал уже все, ульт сейчас закончится, но нет. Всем здорово, друзья. Ребят, обязательно досмотрите данный видос до конца, ведь те моменты, которые представил в начале видео, это лишь маленькая часть тех моментов, которые будут во всем геймплее. Обязательно поставьте лайк, если вам понравится данное видео, ну и, конечно же, подпишитесь на канал, если вам заходит тематика фана и каких-то гайдов и фишек. Все это вы можете найти на моем канале. Ребят, что ж, усаживайтесь поудобнее, обязательно приготовьте себе что-нибудь покушать, потому что это будет две игры, две фановые катки, в которых будет много уйма ржачных моментов и просто пушка. Желаю вам приятного просмотра и поехали. Ну что, всем здорово, друзья. Сегодня мы будем писать видосики опять с Антохой. Я. Всем привет. Привет, да. Смотрите, друзья, сегодня мы для вас, так сказать, попробуем немного поизвращаться над ультимейтом Луны и Фурионом. Это будет интересно. Ну, в общем, фишку вы примерно знаете. Эту фишку делали через Спектру. Через Спектру ребята делали. Но мы решили немного сделать по-другому и попробовать сделать это через Фуриона. Тоже прикольно, думаю, должно получиться. Но глянем, как оно все это будет выходить. И что ж, пожелаю приятного просмотра. Поехали. Так, ну что, я иду на низ. Хорошо, думаю, получится что-нибудь прикольненькое. Что-нибудь прикольное. Купим, если что. Не переживай, братан. Вот так вот пишем, чтобы не обижался. Антон, ты готов? Конечно. Я не буду Люцин Бим качать и ультимейт качну потом. Хорошо. Это, конечно, очень интересно. Как он тогда будет работать? Он не будет работать, уж поверь. Я помню. Помню это еще в далеком каком-то 2008, да? Да, когда поднимает, просто врубаешь ульту, и Луна там что-то взывает к небесам, но ничего не происходит. Никаких лучей не падает. Да, я помню эту хрень. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Слушай, я бы такой, знаешь, что бы тебе вообще сделать? В жир бы в какой-нибудь там и что-то такое. Просто... Да, просто чтобы я жил. Я БМчик соберу, чтобы меня 5 секунд не трогали там. Наверное. Вот так вот. Хорошо. Так, мы можем даже тут, по идее, вот эту дурочку... Нет, не можем уже, боится. Она уходит. Обливиона взяли. Смотри, там такой Рикимару помойный будет. Там нужно будет дастынность. Опа, 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 опа. А, ЕС не хочет фиссуру давать. Осудительно. Вот она, фиссура. Но нас зонят, типа, я не хочу тут хапать. А, их 4. Все, я умер. Тут 100% я умер. Алхимия, главная руна, чтобы забрал. Все, пойдет. Лол, пофиксили! 250! 250, да? Я не видел. Подожди. А, это мое золото было. Я думаю, я уже побоялся, что пофиксили мету, подкривили. Блин, мне ТП-шка нужна. Ужас. А, нету денег. Да, я вижу. У нас одинаково золото. А чё, на топ Джакиро соло идет? Ну, ес, топ иди. Ес, плиз. Блин, я не хочу с Джакира стоять. Ужас, конечно. С ЕСом пойду стоять. В любом случае. Сейчас ТП. Я вписал, что низ. Это, кстати, слышай.
А, по-моему, как в каком-то видосе уже было такое, что начиналось все с такого, с гэнгбэнга, так сказать, на низу. Да, было их пятеро, что ли. Да. На руну все пришли. И типа, ну... Блин, вот этого мне не надо, чтоб ЕС тут стоял просто так. Блин, это жестко. Ох, что-то ЕС. Попросил же низ. Низ занят, написал ему, типа, плевать, он вообще проигнорил просто. Что за дела? Что за дела? Арадан Элтилори. ЗБФ, яс. Да и меня просто через крипов спектра душит. И плевать просто. ТП, я линию тут буду держать, ты не выйдешь отсюда. Мне левел просто нужен, сейчас... Ужас. Осуждаю. Осуждаю 2х. Не убьешь. Врешь, не убьешь. Я думаю, почему у меня хилка не кидается, у меня бинды не работают. Ну, типа классика жанра. Зашел в доту поиграть, но надо свернуться по-любому, чтобы поправить бинды. Потому что они не работают. Это ужасно. Так, хорошо. Сейчас будем поправлять. Бесячая тема, надо постоянно сворачиваться. И не помогает ничего вообще просто. У меня просто бинды на таких кнопках стоят, на особенных. Которые меняются постоянно. Все, отлично. Так, пока чакрамы не качаем. Две куру у нас. Прикольно. Ой, а я думал, ее не купили. Забери, купил, пожалуйста. Еще одну. Да, у всех спил. Я ЧСВ. Это просто, блин, не, туда. Это даже не в ЧСВ дело. Просто когда айтем берешь, он не берется вообще никуда. Хорошо. Отлично. Оп. Чё, как там фарм в лесу? Никто не гангает, да? А не. Сижу. Курю. Там вот эта музыка. Ту-ту-ци, ту-ту-ци, ту-ту-ци. Типа как... Ауэщи ми каннабис. Что-нибудь такое, знаешь, такая... Как вот? Музычка такая, на Гавайях ты такой, знаешь, такая... Рубашечки не хватает. Да. И шляпки солнечные. Гамачок еще. Надо тебе. Гамак. Ну ты гамак. Хорошо. It shall be done, говорит. Больно в спектре. Ты чё, фидить хочешь? Жаль, у меня хила нету. Две хилки. Тут спектра лоу хпо на линии. Я вижу. Она сейчас уходить будет. Она там гуса кушает, да? Так, ну я чувствую, могут загульнуть они даже под тэшку. Ничего страшного. Если чё, я готов. Мне хилочка летит там. Сейчас отхилюсь, и я смогу сам зайти. Думаю, спектру убить, если она с такими хп будет. Хорошо. И она уже подхилилась нормально так. Тангусы все вступила. Угна молодец, еще харасить пытаются. Блин, я так сегодня хотел на море сходить, если честно. Ну, сходим. Может. Может, не сегодня, завтра. Да, наверное, только если завтра. Только если завтра. Меня собираются убивать и... Я лечу. Видимо, не надо. Он его заастралил зачем-то. Power of Illuna показал им. О. Вот так вот надо. Power of Illuna. Елуна. Отлично. А чё они сами бы канули? Я просто кнопку нажал. Блин, если честно, на первом левеле у Луны такой себе ультимейт. Прям он... Да он вообще, в принципе, он безагонимо такой себе. Вот когда неограниченное количество, так сказать, бимов в одно лицо. Вот это пушка.
просто можешь овнэч делать. А так ну, это... На четвертом левеле, когда первый замакшен, ты уже можешь 4200 урона нанести, без учета резиста. Там 3 только этих попадет, и все, Антон. 4 же. 4? Разве нет? По-моему, 3. Смотри, 4. Я последний раз, когда я играл, я помню, что было 4. Да? Ну, тем не менее, все равно. Magic Resistance, так, у меня под тавером убивать сейчас будут. Чекайте. А, мне ГГ 100% уже. Ладно. Так, ладно. Что сделаем? Фазы не хочу. Найс, вертик пришел, Гангану. Красавчик. Сейчас посмотрю по мозгу, что можно собрать. Лол. Просто верт пришел мне, просто ракетой все хп снес. Одной. И ультом добил. Очень сильный герой у меня в руках. Прям вообще. Обожаю. Так, гоустик. ТП-шку. А так все есть. Я не знаю просто. Чем мне. Как думаешь, что мне лучше сделать? В аркану выйти? В плане. Ты именно только сапоги хочешь спросить, какие? Я уже определился, я сделал аркан. Буду душить. А что ж аркан сделал, можно даже до Грифса уда делать. Блин, у меня нет. Я этот. Да не, я добью его. Я накажу их за то, что они не послушались. Спектра без сапога. От тауэр побежала. На фейзах нормально. Фейзы хорошая вещь. Вот и все. Вот и все. Пацаны, вертолеты зовите. Но правда они мне низ сломали. Силачи эти. А так норма. Фейзы хороший артефакт тупо на стрейф. Вот этот именно, вот это быстрое передвижение. Так, опа, побежал. Вот во второй доте, помню, луну прикольно было качать. Собираешь ей маднес, колотишь леса, разбираешь маднес, выходишь в доминатор и в бабочку. Mm-hmm. Да, вот такая страта была, помню, спамили очень ее. А сейчас не знаю. Ладно, гоу-чакра мы возьмем уже. Линии все равно нету. Че? Да, ничего. Че там? Че ржешь? Общаемся тут интеллигентно с парнем. С парнем? Есть парень? Ну, здесь, в доте. Слушай, у меня есть пушка. Антох, если чё. Можно совершить первое дело. Уже? Да. Он отдал мне уже. Чё там, у тебя есть, да, ТП-шечка? Так, алхимику оставлю ли сам? Можно на топ вон посмотреть там. Ну, хотя, и как соберутся там 3-4 человека, можно будет прям. Но сейчас сколько бимов у меня? 6 их. Всего сейчас 6. У меня ещё 15 сек. Да, ну там можно уже на топ вылететь. Ну, давай запушим. Да, легко. Сейчас как откатаешься, можешь сразу там. Я начну лететь, ты на меня кидаешь что? Да, да, да. Мне в касс только попасть. Я сейчас буду лететь. Давай. Я готов. Лечу. Поехали. Ну, маловато пока. Когда? Пока маловато, тут целей было немного. Но тем не менее. С ультом прилетел нормально, в принципе, для первого раза. Я сейчас левел проапаю. Быстренько маднес соберу. О, вардики. Алхимику свой лес оставлю. Но, тем не менее, пойдет. 6 сейчас до 12 апну быстренько. Вот осталось-то у меня чуть-чуть по левелу. 10 левел сейчас уже есть. И просто по КДТПшке будем мутить. 12 это уже побольше. В Актарин надо будет выходить. Че, гоу тавер. Изи. Закроешь ее, да? А ей, плевать. Она у нас проходит сквозь тексты. Вертик пришел. Вертика не хочу тут видеть. Честно. О, она меня кинула ракету. Да, ну конечно, на кого ж. Да я приму ее, тут дэмэджа не будет, понятно. Го, подеремся, что ли?
Или нет, не надо, Антох. Уже нет. Уже нет, да, там их слишком много. Хорошо. Так, я побежал. Я вообще пойду отсюда. Да, я тоже. Слушай, я, наверное, в Октарин выйду. Октарин, рефреш. Да, давай. Будет прикольно. И будет the best. Хорошо. Хорошо, на топе два перчика. Так, на алхимику. Фарм. Оставлять. А, вардики забрал он, да? Вижу. Там тебя со спины атакуют. Что там, вертолет душит всех? Да. Осуждаю. У меня сейчас ульт уже будет, 12-й. Блин, ко мне сюда идут. Надо быстренько забрать и убегать. Оп. Убегаем. Хорошо. О, хоста. Я, в принципе, готов. У меня есть там уже 12 этих. Надо завардиться. Только надо вардики сейчас поагрессивней. Да и вообще забайтить надо. Забайтить надо, ребята, забайтят и душить будем. Хорошо. Отличненько даже. Вертолет аганим делает. Блин, вот на таком фарме, как сейчас у Верта, делаешь доминатор. И просто стакаешь лес себе. И все. Накормил Верта химик. Химика 0-2. Нифига себе накормил, так у меня тоже 0-2. Лол, ой-ой-ой-ой. Рикимару. Бывает. Так, я просвет возьму. Просвет, да, и надо... Ну сейчас любого, килл любого на самом деле. На любом месте. Он на низу два типа, но там их трое, наверное, будет. И желательно, знаешь, как делать, чтобы крипов не было рядом. Ну как, по минимуму. Было бы вообще сбс. Но сейчас они, если на низу будут, у тебя есть ультимативный... А, ты уже откинул. Так, ну... Вниз, мид есть. Двое. Давай они сейчас отойдут. Они, наверное, вместе отойдут. Я попробую как-то наперед к ним тпхнуться. Вот сейчас буду ждать. А можно... они пойдут по-любому в Т2, слышишь? А, на тебя ракету вверх. Ой, на меня ракета. Да, от ходы. Слушай, я сюда ульт делаю. Тут трое. Я умру тут. Пойдет. Пойдет. Чё-то у них тут вард, походу, стоит. Я варды купил, алхимик варды забрал. Надо вардики. Будет нормально. Нормально, нормально, тем не менее. Забрали пацана на верте. Будет нормально сейчас. Нужно чуть... Пугна сейчас умрет. Смотри. Крипы задушили. Пойдет. Но на самом деле даем им еще этот шансик такой, знаешь. Надежда. Надежда. Смотри, сейчас MLG просвет даю. MLG. Дэмэджа 0, там ВГ. Да. Просто ВГ. Дэмэджа-то 0. Дэмэджа-то 0. МЛГ говорит. Просто убил. Просто убил пацана. Я солбустер куплю сейчас. Хорошо. Центричок. Все, я на энчантов. Сейчас уплотнюсь. 11 левел есть. Сейчас после 11. Норм будет все. Жесть, эти челы, так когда алхимика поливает, они не понимают ничего просто. Что происходит. Просто не понимают. А мы-то понимаем, это главное. Так, гоу. Солбустер есть. Можно задушиться. Блин, Madness хорошо помогает фармить быстро. Все же, ну, несмотря на то, что он пофикшенный, тем не менее, очень неплохо
Даже помогает. Тут Рики еще будет. Я дальше не пойду. А, ты тут? Тут меня Рики со спины сайленсит. Я сейчас просвет дам. Рикимару лучше убить, он ватный, жесть. Вот эту дурочку мы тоже сейчас загрызем, мне кажется. А, улетела. Вон она внизу. Антох, я в принципе готов, есть ультимативная. Я тоже. Килл любого можно. На мид, там кто, вертолет, но там много крипов. Гоу, тавр заберем. Пусть он отойдет от крипов. Я его с собой закрою. Да, во, хорошо. Будет пушечно. Вот он сейчас, крипы разбираются этим тавром. Да, и он побежит на руну, наверное. Так, а тут кто-то. Угна. Марита. Ладно, я ультую тут, Антох. Души. Хорошо. Тут нужно было ультовать. Ничего страшного. Надо больше вылазок таких. Так, угна. Оп. Оп, а как тебе такой вижен? Переиграно. Хорошо. Так. Нормально. 2300 есть, сейчас Октарин сделаю. Нужно, знаешь, как на всей линии их так собрать и помутить. Прикольно. Watchers are ready. Нифига, у меня сейчас глюк был. Время 50, потом 49, потом опять 50. Время в доте. Или меня заглюкало? Лол. Чё-то... Чё-то хз, у меня диссонанс сейчас какой-то был. Я потом на этом пересмотрю. Или я в прошлое нырнул, короче. Осуждаю. Так, а чё я могу же тут купить? Тебя там чё, убивают? Mm-hmm. Ты умер? Один там вообще лоу хп лоу. Да, еще с помощью ульта и вертолета аганимовского. Да? Я просто стоял в лесу и ему бил, даже не уходил из тучки. Понимаю, удачного, удачно. И как раз резнусь скоро, и у тебя ульт откатится. Да, это хорошо. А сейчас Октарин уже есть. Уже можно будет вещи душить. Потом в рефреше выйти. Шестнадцатый бы доделать левел. Вон как они на миду стоят, ты бы залетел сейчас. Тыщ, поехал. Я прилетел, как Батрайдер говорит. Чё такое? И чё такое? Как скажешь, начальник. Ты начальник, как скажешь. Я не помню, как он говорит. Чё, правильно, так говорит. Он и так говорит, по-моему, нет? И так. 10 сек, да, ты ульта. И 10, да, ТП. Можно, знаешь, как они же понимают, что Фурион ТП, что они встанут туда специально. Да. Побалуйся, блин, будут. Да. Подожди, сейчас крипы пройдут. А ты можешь. Хорошо, что там вижен есть. Задуть крипов. Лечу. Давай. Кидай. Прилетел, душит. Эх, неужели не выживет? Отлично. Хорошо. Ну, Фурион, так сказать, во славу науки. Ну, нормально вышло. Я сразу два левела апнул. О, боже. Да, прикольно. Все равно. Можно дальше фармить. О, Рикимару. Подожди, дай отсюда выйду. Ты куда, сладенький? Ты куда? Ты шо? Ой, сыкунчик мой. Ес, даст, нажал. Да, ну. О, просветил еще. Нифига себе. Ес, попал. Стенка, если попадет. Форс и стенка. Еще дасты нужны.
Ой-ой-ой, какая фиссура. О, сдох таки. Нифига, норма. Жесть. Я-то думал. Я не пойду в мид. Прикольно все равно выходит. О, понимаю. Нобгаме. Это все, что ты можешь сказать? Нобгаме просто и все. Ну, да, такое, в принципе, работает, да? Так, есть 16-й. Есть 16-й. Да что тебе надо? Своим аганимом. Чего? Да, этот вертолет меня достает. Просто ракеты, знаешь, авиаудар постоянно прилетает из ниоткуда. И ты такой, не. Сейчас там кто-нибудь на кого-нибудь забайтится на миду. У меня есть 16-й. О, я собью ему ульт. Раз. Блин, ну сюда ультовать не хочется. Ты как мясо погиб, Антоха. Давай, 50 секунд рецессии, поехали. Хочу изи катку. Кутки. Изи кутки. У меня там пол рефреша есть. На базе тебя забафаю, полетишь под колодец. Хорошо. У меня 1700 маны, это очень намного. Так, ну Рики покинул эту игру и не хочет доставать нас, видимо, да? Тебе знаешь, что желательно надо? Что-то вообще жир такой, просто ты сдохнешь там быстрее, чем на раздамаже, там нужно жить. Не, ну за БМ я могу раздать этот весь прокаст. Они вряд ли меня будут трогать, бить в БМ. Те, кто знает. Да, они будут, в любом случае. Они-то не понимают, что происходит. Они видят, ХП уходят, но не понимают, почему. Есть же. Так, есть почти. Рефрешка. Я готов, в принципе, душить. Сейчас надо забайтить на кого-то. И залететь можно. С Маднесом по кайфу выфармливать. Так, Вардик бы. Вардик бы. Чё ты там? Я к тебе смещаюсь. Он ест, сейчас побайтит. Чекай, на него сейчас все выйдет. Они на топ все пошли за тобой. Сейчас на ЕСа нападут. О. Всё, ну я так ультую тут. Спектра еще. Жива. Еще ульт идет. Ну, печальненько такое, момента нет. Хватит, есть же. Вижен пропал, да? Да, стоит, смотрит деревья. Иди сюда. О, под макропюре. Но у меня не было бима. Вот веришь, нет. Веришь, нет, но бима не было. Есть, там стоит Last Hit Tower. Хитрый. Ну, Фурион ватноватый, да, для этой темы? Все же. Там не получается сделать это в плане позиционки нормально. Вот да. Только один раз вот здесь, когда на миде мы были. Да, согласен. С этим я согласен. Так все равно можно даже... Легко все равно можно реализовать. Главное, чтобы... Они были в куче, и я влетел в них. Слушай, ну 17 секунд, я сейчас риснусь, на базу иду. Подожди, чутка. Я сейчас бегу на базу. Сейчас все будет. Сейчас через рефреш сделаем. А, у меня Whitestone нету, оказывается. Кидаешь. Или он в куре, вот этот мой Whitestone. По-моему, это мой Whitestone. Я на базу сейчас бегу. Подожди, Не тпшься. Я сейчас приду на базу, запушу вот этих крипов. И из тпшки приду. Как раз ульт откатился. И полетишь с двумя ультами. Хорошо. Сейчас быстренько зачищаю. Иду, Антох. Сейчас, жди. Да сек, это вообще, это мой Whitestone или нет? Да, это мой. Все. ТП юзаю. Вроде было где-то на миде трое. Сейчас глянем.
Так, у меня есть. Рефрешер орбы. Так, Мари, ты на меду, да? Я хочу на нее улетать. Они все там будут. Чё, полетел? Блин, ну убили уже, да? Подожди. Нет, я отменил. Вот сейчас я влетаю. Лечу на них. Жесть. Боже, это жестко, да? Вот. Просто... Ты видел, сколько там еще ударов? Там еще где-то половина только сработала на них. Да, так я ж тебя два раза забафал через рефреш. А, ну да, да. Жесть. Ну это вот сейчас, да, сейчас было круто. Так что вот такая, ребят, можете с друзьями пробовать тему эту, просто фаниться, брать, собирать луну по такому билду. Да и в принципе это очень сильный билд из-за того, что Аганим очень сильно улучшает ультимейт у луны. И я считаю, это реально пушечно. Очень много бимов и прям очень много дэмэджа. Я даже в видосах на Аганимах помню, заставка там, кто нанесет больше всего урона с ультимативной. Вот эта луна, она очень много долбит с, так сказать, ульта. У меня уже почти откатилось, смотри, 90 и 50. Типа под колодец можешь потом прыгнуть. Ну я так и сделаю. Гоуст куплю, запрыгну. Так что, друзья, вот такая вот тема. Прикольно. Прикольно. Та-та-та-та-та-та-та-та. У меня почти есть 60 минут, а еще и 25 секунд. Фига там отпор дают, да? А, отходить надо, Антох, не надо там ничего делать. Меня там уже нет. Но. Ты так подчмокиваешь, ты что там, сисю сосешь? Не, не сисю. Но. Так прям под... Sweet cock. О, понимаю. Понимаю. Ох, ЕС прыгает. Забрал спектру. Так, Sweet cock. 39. Нормально. Рампагеагеа. Рампагеагеа. Я тут хожу, просто лесочки колочусь. Так, у меня 20 секунд до рефреша. До рефреша. Чё ты там у тебя? Мидасиус, да? Кидаешь. 11 сек. Рампагеа. А, они сейчас, думаю, разойдутся как-то. Нужен байт, наверное. Тут нету, лес я почистил. Я почистил лес. Леса нет, но вы держитесь. Так. Го, низ столкнем, они вниз подтянутся, отойдем. И они будут дефить всей толпой низ, наверное. И прилетишь. Хорошо. Трое на миде вижу. Трое на миду, ага. Ваня, они сейчас под низ будут стягиваться или нет? На алхимика. Гоу, даю. Подожди, 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 подожди. Ждем позиционку. Вместе все соберутся. Алхимик байтит. Смотри. Лечу. Забафал. Хорошо, пошло, пошла жара. Пошла жара. Пошла жара. Ну, алхимик молодец, сделал свое дело, да? Хорош. Хорош. Ох, что-то там хилс, да? Молодец. Обливиан, байбек. То, что, да, вот он понимает тоже. Он понял весь смысл страты, он понял. Это именно кантбент. Ну, трипл килл изи, вообще. Прям изи-изи. Там на пятерых урона хватит. Да. Ну видишь, там еще спектра ультует на эти разлетелось два бима. На ультимейт на его. Вер там с этим, с форсом. И года димом, что-то они это. Иди сюда, нахуй, мне настой. Так, смотри, мом включаю, пошел дэмэдж, физикал. Оп. Хорошо, иди сюда. Иди сюда, я перефармил, лесочки гоняю, понял, короче, ни хрена не делаю в игре. Лесочки гоняю, короче, просто ульты вешаю фуриону. И все. Изи катка. Так, у меня рефреш, еще разок можно, 66 секунд, Антох. Еще разок можно бахнуть. Тут это, регенчик, если что есть. На низу.
Да уходите. Тут реген есть, Антох, ты пахнешь просто. Хорошо, хорошо. Вы все же таки решите. Решили, да? Задолбить. Сейчас пацан нервно ливнет просто с игры. Нормально. У меня ульт есть, сейчас рефреш будет. Хорош. Химик правильно сделал. Молодцы. А, ребят, не забывайте подписываться на канал, если вам нравятся такого рода видосы, фан какой-то, какие-то, ну, интересные гайды, что-то познавательное. Если вам реально это нравится по тематике доты, то welcome на мой канал, так сказать. Делаем для вас специально что-то постоянно прикольненькое. Ну и вроде неплохо получается. Идем. У нас уже 15к, это просто по меркам доты первый, это уже такой результат. Неплохой, в принципе, друзья. Поэтому спасибо вам каждому за поддержку, за то, что цените труд. И, так сказать, всегда остаетесь на позитиве вместе с нами. От души. Так, готов. Я готов, Антон. Ты готов? Да, хорошо. I'm ready. Я иду в твою сторону. Химик, бой. Вон он уже. Я готов. Я нажимаю на алхимика, а у него, понял, куры открыты. Я готов. Байте. Опа, химику там сейчас лицо будут ломать. Но он сейчас, ну, слишком мало их нужно это мало. Вместе. Мало. Сейчас химик сдохнет. Просто. Там пугна с пугной там. Ждем. Сейчас все подойдут. Уже подходят. Ну, пугну так убьют. Вон химик пошел, давай. Кидай. Я раскидал. Пошло дело. Химик забайтил. Он еще там этот, слышь, мартретка. Да. Боже, ее просто испепелило там. И еще сколько бимов было. Хорош, красава. Просто. Да, неплохо, в принципе, очень даже интересно. Выходит. Ну что, давай добьем их тогда, хватит, наверное. Давай. Может, еще давай одну перейдем. Сыграем? Как думаешь? Можно? Да, гоу еще одну сыграем. Да. Так, луна вышла, пофармила. Стала сильнее. Ты мобильный переносчик этих бимов. Да, это жестко. Это жестко. Безусловно. Отлично. Все, забайчено. Привлекаем аудиторию на пассиве. Так сказать. Я раньше так, кстати, не делал в играх, а это реально, Антох, помогает. Так сказаться. Вертолетик прибежал. Так, включаем Madness, душим. Куда укатился? Найс, фиссура. И все равно сдох. Умер. Там макропюре, я понял, через всю карту. ГГ. Молодец тоже, химик. Все, что нужно, сделал в этой игре. Именно вот, тут прямо четко вот эти байты. Хорош. Ну, вот такая катка, ребят. Еще одну сейчас пойдем. Все. Так, алпик. Так, друзья, погнали вторую катку. Что-то хочется тоже еще посмотрим, как, ну, насколько вот это профитно. Вот прям смотрим. Каждую тему, которую мы для вас снимаем, мы всегда, если честно, играем по несколько игр и присматриваемся, насколько это работает. И в большинстве случаев, ну, 99%... Это прокатывает. Серьезно. 99% игр это все прокатывает. Так что, друзья, пробуйте, смотрите. Я думаю, посмотрим по количеству лайков и будем развивать, так сказать, эту тему, которую мы сейчас делаем. Антох, мы уже в игре. Сейчас. Я просто свернул. Да, я слышу, у тебя там такие еще помехи какие-то. Ты телефон, походу, держишь перед собой. Угадал? Да. Понимаю. И так что, друзья, если набирает видос много луицков, ну, немного, там даже до 400, до 500 хватает, если то будут видосы такого плана выходить намного чаще, я думаю. Гайды гайдами, тем не менее, это видос фановый, видосы эти фановые, и то есть, соответственно, я думаю, ну, тоже прикольно вам заходят. С догонами видос зашел отлично, я рад, что вам такой видос, ну, как бы такой формат нравится, поэтому, друзья, все зависит от вас. Так, Антох, там проблема, там Тини. Он всегда был проблемой.
Хен — это фейк. Так, хорошо. Да-да, иди. Норман написал. Это не я. Так, хорошо. У нас страт, от которого мы придерживаемся. Хорошо. Отлично, алхимику... Точно ты пишет. А нет, это не я. Антох, катка пошла. Алло. Выкинь телефон, ага. Выкинь телефон, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Дай 30 минут концентрации. Все, я выкинул. 30 минут концентрации, пожалуйста. Фаново, контента для ребят. Пожертвуй, пожалуйста, личным временем, чтобы удовлетворить ребят. Так сказать, и морально, и физически. Физически ты вчера меня удовлетворил. Да, теперь надо пацанов удовлетворить. Всех. Так что, держи в курсе. Отлично, заблочил с собой. Господи, одной рукой стоять ласт-хитить, такое удовольствие. Почему одной? А, у меня глаз зачесался, я его хотел почесать посильнее. У меня тут разорчик стоит. Оп, хорошо. Братишка на снайпере закидывает. Добью? Жаль, что не добил. Печалька. Nice try. Certainly, говорит. Certainly. Certainly. Оп. It's mine. It's mine. Get out. Get out the way. Оп, хорош. Оп, хорош, 2x. Дэмэджа много. Блин, а квилку надо сделать. Квилку надо сделать. Луна вообще вначале очень ватная такая, прям ужас. Я то шрапнелями снайпер закидывает. Если мы эту шрапнель ему, знаешь, куда запихнем? Я знаю, в дуло. Не смешно, ой, ладно. Давай, 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 по тавер, по тавер. Умер. Жалко. Антох, там, блин, такой лоу хп стоит. Добей его, пожалуйста. Добьешь? Ну, блин, сапогом. Ну, я дам... Наверное, чтобы ты... Он прогнался. Добьешь, добьешь. Что он... делать? Что делать? Что делать? Бей. И этого тоже сейчас. Я добью Люцин там. Нет. Я Люцин там добью. Хорош. Что делать? Что делать? Он такой реально вперед-назад такой. Не понимаю, что делать. Блин, мне... Жесть, я вообще просел. Нужен курьер срочно. Нужно вот это апнуть. Вот так вот сделать, хорошо. Просто крипом сильно не подпускают. Разор сразу агрится. Стоять соло это такое. Но тем не менее, в левеле я 5-й левел уже. Оп, хорошо. Летит курьер с фруктами. Отлично. А можно переагриться, пожалуйста, крипчики, братики? Не переагриваться. Прикидываешь, нажимаю на разор, они не переагрятся. Через А нажимаю, через right click они не агрятся просто. Все же, кстати, не знаю этой темы. Иногда ни тавер, ни крипы почему-то не слушаются. Не переагриваются. Не знаю. Рили напрягает. Так, ну пока джакрамы не качаем, я вижу смысла. Так, хилюсь. Выкладываем. Хилимся и выходим. Так, есть.
Страйк. Хорошо. Шрапнельки. Оп. Разорчик, разорчик. Помидорчик. А сейчас шестой будет, я смогу и двоих убить. Гайд, видосик. А что если, да? Что если луна плюс фурион? Да. Жалко, столько крипов прогуливаю от тавера. Да боже, переагрись. Три раза нажал, чтобы крип переагрился. Только сейчас переагрился. Чего, мисс Балтазар? ТВ. Понимаю. Понимаю. Найс, фейки. Разор ушел. Сейчас фейзы возьму. Блин, у меня так подлагивает бывает что-то. У тебя не подлагивает? Подлагивает. Но у меня это уже в порядке вещей, я прям привык. Да? У меня подкризивает немножко. Тык-тык-тык-тык. Хорошо. Разор прям за одного крипа прям под тавер бежит. Не ценит свою жизнь, пацан. Да. Так, пора бы пацанов наказать. Там бары еще. Так, гоу фейзы. И буду душить пацанов. Гоу чакрам возьмем уже. Не будем тянуть. Так. Почти есть фейзы. О. Не могу закинуть. А я тут. У тебя есть. Да, я тоже ультану, если ты выйдешь на них. Блин, мне так неудобно, снайпер попросил сильно не играть, а я ничего особо и не делаю, в принципе. Боже, какой сильный ульт. На первом левеле все равно. Жесть. Я просто налегке убил двоих. Ты понимаешь? Блин, луна, она и раньше такое была. В принципе, но не в этом суть. То есть, как этого героя не ценят вообще? Почему? На топ ТБ его не берут, на так называемый. Блин, не добиваю крипа. Это просто смешно. Просто очень сильный герой. Ну, даже Гернал посильнее на ранней стадии. Да, луна зависимая от артефакта. Но тем не менее. Оу, no. Оу, no. Оу, no. Каменный друг пришел. О, фласочка прилетела. Вовремя. Да вы живете, я его заберу еще сейчас. Я выбежал. Ты куда? Ах ты, санструйки. Не стыдно? Тини, конечно, такой персонаж. Страшный. Вырубай. Хорошо. Хорошо. As you wish. Химик работает там. Склянки в лесу на себя юзает. Псих. Психанул. Химик. Шо. Снупер. Я пока лесочки поколочу. Сейчас Маднес будет уже. Блин, с Маднесом легче все равно фармить. Все равно легче. Хорошо. Заберет сейчас. Ах ты, фурион, три крипа забрал у меня. А, я даже не смотрел. Ясно, ясно. Расскажешь маме. Серьезно? Сказочку маме расскажешь. Ладно, на самом деле я вспомнил, как ты у меня панчем крипа забрал в лесу. Скотина. Хорошо. Че, можно первую вылазку сделать, Антох? Угу. У меня такой стартовый. Подождите. Ты где вообще? Так, я у них лес фармлю. У нас уже не зависит, очищен. Да, хорош.
Я на Зеса подписан, у него другой ник. Так, где будет место сбора у нас? Я могу сам туда подтянуться, если что. Только куда? Ага, вижу. Я вот иду вот здесь, место сбора, гоу. Бара на низ. А, не, вон они. Вон, посмотри, там лоу-хаповые пацаны. Подожди. Там подожди. Они под руну встанут, слышишь? А. Чё, как думаешь, туда, да? Поехали. Даю. Они видят ТП. Дал. Бара умер. Ох, не хватило. Почему не хватило? Не хватило. Ну, ты умрешь, да? Живи! Нет! Нет! Живи! Так, я помогу. Хорошо. Отлично. Ну, все, это просто первого левела ульт, Антох. Не, да, первый левел. Первый левел, да, дальше будет лучше. Там просто жирненький. И, слушай, а может дискорд сделаешь? Ммм, кстати. Да, дискорд плюс... ну, типа дискорд будет пушечно, мне кажется. Какой ЦМ-ка за собой там хоровод водит. Ой, осуждается. Карусель, карусель. Это радость для нас. И ЦМ-ку Тинис проказа хочет убить. Не смешно, но правда. Он бара бежит уже на ЦМ-ку. Я помогу ей. Я помогу, братка. Поехала. Она Дэрил Тилори. Хорошо, забрали. Я еще стакнуть, если успею, то я вообще Карби Дотби. Я Кардотби, Антоха. Кардотби. Отлично. О, я Кардотби. Я сейчас лесочки поколочу и буду сильнее еще. Уф, у меня 11, Антох, есть 6 бимов. Плюс еще. Блин, на минус столько крипов, а я тут сижу драчу. Посерьезно. Стянули сразу три фармера. Ну а что делать? Я у мамы фермер. Мама всегда говорила, нужно было стать крестьянином. Как говорил мой отец. О боже, на топе три. О, на меня бежит. Кто? Живешь? А, не, не живешь, Антох. Но если... Но если сейчас не относ на лоу хп, как дядя Женя любит делать. О, сейчас там хилс тебя проблочит еще немножко. Слушай, можешь... А, у тебя нету, да, хил? Давай я тебе хил дам, слышишь? И лети на топ души. Даю тебе хилку. Так, подожди. Не хотим. О, смотри, их трое. Да, но трое ульт сейчас второго левела. Крипов. Мне кажется, много крипов будет. Много будет, да. Ульт есть. Вот примерно сюда лечу. Давай, даю. Полетел. Кидай пофиг. Спруты? Сука. Попал. Хорош. Хоть так. Хоть так. Вот, ну серьезно, хоть так. Я думал уже это провал. Это провал. Я уже глаза закрыл, понял, все, типа. Смерц. На миду двое, трое. Отойду. Ну ничего, пойдет. Пойдет все равно. Ну работает, это работает. Главное доказать, что это работает. Типа хз. Надо доказать, что ты нормальный пацан, да. Да, пацан нормальный, с банки есть, тёлочки любят тебя. Главное, чтобы тёлочки любили баночки. Не, в ко- не которые анализы там сдаешь. Так, леса колочу дальше. Нет. Это не гайд. Без убит. ТП машина. Так, братишка, я тебя сюда подведу. Подфармливай. Не торопимся. Че там на миду тебя хотят убивать? А, там инвокер дает проказ, метеоритович. Ой-ой-ой, страшно выглядит это все. Опасный инвокер. Жалко. Так, ТПшка нужна. Я сейчас уже этот выфармлю бустер. Акторин. 16 левел уже будет. Мне самое прикольное, если я добиваю с ультимейтом на расстоянии, я левелапаю. Как санстрайки, понял. Это пушка. It shall be done, говорит. Тебя убивают, да? Yeah. Фурион кусается. Ой, Фурион, лучше. Проблочить бы ему, чтобы... Проблочил, да? Он хуканул в крипа? Хорош. Да, в крипа. Хорош. Прям как я учил, да? Ой. Не-не-не-не-не-не. Еще раз Орен Визный бегает.
Да вы чё, ля, вы чё? У меня почти ульт есть, Антох. Так, я иду к тебе. Килл любого, так сказать. Уже орба сейчас будет бустерович. Ну, на миде двое уже хорошо. Да. Пока сейчас Дискорд. На двоих, а потом уже в толпу прыгать. Так, Бара там кого? Килл любого вообще может. Погоди. Вот вы бы подошли друг к другу, конечно. А можно идти и просто взять, лететь, захейтить. У него даггер, смотри. На низу разор, по-моему, самая изи цель. Сейчас скрип отойдет. Не, вот. Да не, это рандомно будет, еще, Антох. О, летит на мид. Я сейчас с ним вдвоем прилечу. Давай. Кидай. Даю. Хорош. 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 Отлично. Теперь сейчас более глобально надо делать уже. Уже более глобально. И у меня бустер есть, сейчас будет Октарин. Будем быстрее кдшить, уже почти 16-й будет там. Ксен, Йета бустер. Ксен, Йета фейк. Так, на топе. Почему стрима нету? Потому что. Не всегда же стримить. Надо же и фановый контент какой-то пилить. Отлично. Так, хорошо. Отлично. На топе хорошо, безмятежно. ХП много. Тавр заберу тут. Так, ну у меня 14-й. Еще одна ходка с этим. С ультом. First левела, второго левела. И ГГ. Ладно, придется ТП делать. Я мог его, кстати, убить, но боюсь. Там Бара, где Бара? Бара на миду был. Ладно, ничего страшного. Гоу в лес. 48 секунд. Пофитьте хоть там, я не знаю. 6-16. О, тактический фит. Антоха, хорош. Что? Я тебя услышал, да? Хорош. Ну, пацанам нужна надежда на вин. Химосу и химик. Бежит. План. Отлично, тут крипов собрал, разор мне. Хорошо, Антох есть. Хорошо. Саны Эклипс. Санити Эклипс. Затмение какое-то. Затмение разума. Ой, не разума, а здравомыслие. Нифига ты. Так, а подожди, ты на топе. Да, а ты где? Блин, там на миде. Лети, беги к три. Вижу. Я готов. Сейчас ждем. Он пуджак кидает. Нет, еще нет. Вот туда куда-нибудь, да? Гоу, да. Даю. Полетел. Хорош. Снайпер, тинь еще там. Ты с собой закрыло. Боже. Иди ко мне. Герон бай хиро, да? Как говорится. Хорош. Еще один клип. Божечки. Да, прикольно. Есть Октарин почти. 16 левел, Антох. Все. Пулпак. Пулпак есть. Знаешь, что сделать попробую? А, блин, хотя я нам нужно завардиться, такие точки сделать, чтобы было максимально видно их перемещение. У меня, я сейчас рефреш остался, и все. Я готов. Надо в тактический фит. Вот такой. Я вижу, я только по карте видел, что тебя там кушают. Тактический фит. Боже. Я пошел. Все, я понял. Пацаны за нас шарящие. Говоришь, тактический фит, сразу же бегут фидить. У меня пол ульты есть уже. 70 секунд. Но у меня уже Октарин, next ульт будет быстрее кидаешься. Вот видишь, на топе как втроем они стали сейчас бы так. Блин, там пуч еще жирный тини.
относительно. Химик видеть побежал. Ой, относ какой. Ой, какой относ. Нормально. Пойдет. Пачку еще забрал. Так, пешка. Октаринус. Не-не-не, хвары. Не-не. Пойдет. Кто там бежит? Финик там. Так, у меня ульт почти есть. На меду много, да? Ты за спину тпшишься? Я отпинил. Инвокер ломает там. Убьет? Убью. Давай его убьем. За то, что он наших убил. Дискорд ему дал. Его задушит там. Покажется еще кто-то, я могу. У меня есть ульт, полетишь там, куда хочешь. Ты можешь, да? Ты умеешь, короче. Я могу, я могу. Я. Меня. Меня! Вот это, знаешь. Пара пуджи. Пуджи. Пуджи, пуджи. Хорошо. Подарочки. Ничего не делают. Когда уже добавишь, чтобы что-то делали? Go bite. Антоха, ты готов? О, на меня фура, бара бежит. Бара бежит, светил. Я собью, если что. Вон там, смотри, там хелс байтит. Слышишь, сейчас на него начнется файт. Блин, там столько крипов. Как хорошо было бы, если бы он... Давай, летишь, Антох? Да. Давай. Давай, поехала! Прилетел. Эй! Что происходит? И никто не сдохнет. Куда они полетели все? Там столько целей было, я что-то даже не сообразил. Рефреш нужен срочно. Срочно. Срочно просто нужно. Такой, это был тактический фит от Фуриона. Да. Жесть. Но там, понял, он просто разлетелся ульт вообще. Там разора не добило. Там просто жирный тот же пуш, смотри, у него там худ, ВГ. Очень много. Эх, относ. Печалька. Надо душить. Опа. Побежали. Разворачиваемся. Душить. Да у меня, блин, такие подфризы еще. Меня бара толкает по КД. Весь дэмэдж высосал, чел. На разоре. Ужас. Боже, как же подлагивать. Ну это айкап подтормаживает на самом деле. 100% уверен. Боже, он мне такой сейчас проказ может дать под мало. Нормально. У меня почти ульт есть. Рефреш, копейки тоже. No! Ты там суицидишь. Выполняю норму по фиду. Unstoppable. Пудж. Ну, пудж очень жирный, конечно. Там очень много хп. Мне кажется, одного пуджа только будет долго убивать. Просто тут герои такие, видишь, они не ватные, по сути, да? Сейчас мы можем уже страта, может, так сказать, уступить во времени. Хорошо. Я, в принципе, готов. Тут почти рефреш есть уже. Копейки. Копейки. Твои крипы забрали. Сатира. Ну, я-то знаю, ты в телефоне сидишь. Да я пока мертвый. Внутри. Dead inside? Да. Так, нужно на деф бар БКБ. Ну, отпор дали. Оу, ты шо, меня хочешь убить? Так, я рисуюсь. Уедаю ульт. А мы задушим тут. Бара БКБ сделал. Почти рефреш есть. Лотар. Но. Лотар, это неуязвимость. Как Ксен, это фейк. А он пилит нашу ЦМ-ку.
Наркоман. Хорошо. Блин, ну там рили жирные такие персонажи очень. Смотри, вот и он. А, ему ГГ там. Там хел сдохнет сейчас, если армлет не включит. Есть рефреш он так. Его называли парень Том. С 56-го района. Чёртов псих. Хилз. Хорошо. Тут сейчас будет уже проблема, что ты не сможешь жить так долго, как должен. 1300 хп. Просто если тебя Марк, убивают... Куда-то. Если тебя убивают, ульты прекращаются. 20 секунд, у меня ульты будут. Угу. Бары БКБ, у Тини почти лотер, пуш очень жирный. Сейчас, ну короче, сейчас очень мало будет дэмэджа. Я даже подумал, что нужно подзаканчивать, иначе потом будет очень тяжело. Бара с БКБшкой, свинья. Сейчас 20 сек ждем моих. Да. Два ульта можно. Подарочек. Ненавижу подарки. Ты хотел разбить, да? Как я тогда на стриме. Блин, там этот... Смотри, у меня готово. Там крипов очень много, да? Смотри, у бары там. Слушай, ну можно, да? Го. Давай. Два ульта дал. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорош. Пуч. Пипелит, пипелит, как смотри. Оу, майн, просто, как же пипелит там. Я думал уже все, ульча закончится, но нет. Жесть, жесть. Гоу, наверное, разминочно по низу или куда-нибудь пройдемся, что-нибудь запушим. А что по низу, у них минус 4, можем даже мид. Давай мид, давай. Ну, это очень жестко, ребят. Даже несмотря на то, что там очень много хитпоинтов, ты еще дискорда, да, закинул? Да. Это жесть. Это жесть. Блин, жалко, что чакрамы не достают. Как во второй доте пушат луна. Жесть. Они на 4 его доставали, по-моему, отсюда. Они через все, они достают через зиккураты, короче, через вот эту всю, они по всей вообще базе начинают летать. Это жестко. Так, ну у меня почти есть. 80 через минутку будет. Тебе дасты надо бы, Антох. Да. Дасты и что-нибудь like. На живность. Чтоб ты прыгал, задушивал. Это жестко. Тини, не надо. Тайни. I go. У него лотар там. Просветили писюна. Ай, я ему люцу табим. Оп. Кормушечка. Ой, Антоха! Антоша! БКБ нажал. Если б не нажал, бро, я бы закинул бы. Он на меня ультует. Окей, го. Интересно, догоню его? Там пуш. Да ну нафиг. А пуш это жирно. Пуш значит жир. А, у него даггера нету, я его испугался. Что дают подарки? Подарки ничего не дают. Вообще. Там хел за ГГ. Я ухожу. ПТС даю. Подобрал подарок, ПТС получил, да? Я тэшку сломаю. Тэшку сломаю. Хорошо. У меня готово, Антох. 3 секунды. Я готов, в принципе. Я готов. Бару бы прождать БКБ, когда он залетает, БКБ нажимает, там, чтобы не было БКБшек никаких. Будет хорошо. Вот он бежит на топ. На ЦМ-ку. А, он, я хочу глимер, он в глимер зайдет. А, БКБ нажал. Ты хочешь помочь? Да. Мне кажется, сейчас туда все. Пусть она уйдет. Да, Антох, там все пошли. Подожди, ты поехнись на мид, на тэшку. На тэшку, да. Лечу. Хорошо. Увидим троих уже. Ну, ЦМ-ка сейчас откинется. Вон, инвокер там еще. Но инвокер не будет вылазить. Гоу, пешочком пройдемся. А вон трое. Ну, надо байт. Надо. Сейчас они на мид стянутся под алхимоса. Пара набежит на него, там БКБшек нет.
Или он на топ идет сам. Сейчас забайтит. Сейчас забайтит парень. Просвет я, правда, не взял. Там Разор умирает сам. Бара побежал. Подожди, ждем. Курш. Один Бара. Курш. Нет, пока нет. Пока нет, пока я нет. Я даю, я даю. Дал, 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 Антох, лети. Ладно, блин, лечу. Так прогуляли весь прокаст. Снайпер все равно сдох. Боже, ну весь прокаст почти прогуляли. А все равно работает долго. Все равно еще действует. Да. Ты отменил и еще раз, короче. Я не предупредил, блин, что я собираюсь отменять, сори. Да, рассинхрон получился. Рассинхрон. Ну ничего. Ну еще разок сделаем, а можно добивать их. Типа, ну по фану. Уже давно на самом деле выиграли, если бы не хотелось сделать еще этот. Еще. Хочется что-то просто эпичное хочется прям такое. Прям там что-нибудь ультракилл чисто с ультов. Хотя бы. Ну так трипл изи делается вообще. Гоутэшку заберем. Так вообще изи. Хорошо. Так изи, в принципе. На-на-на. Со, 78. Ну, на 32-й минуте, гоу. 32-й. Хорошо. Чё там, кстати, 5 часов вечера. Всё светло, я бы на улицу вышел бы. Не хочешь прогуляться? Да, можно. Во, хорошо. Наверное, пойдем прогуляемся. Боже, у меня бабочка, мом. Бабочка, мом, рефреш, октарин. Бабочка. Душевная песня. Знаешь, блядь, ты что делаешь? Ты чё? Да, я угадаю, что ты будешь делать. Ай, боже. Так, ну у меня почти есть. Сори, на топе 4 файта. Но ждем 14 секунд. 14 секунд еще. Блин, так рано файт начали, да? 8 секунд. Я еще на инвока вот через 5 секунд. Жалко. Смотри, сколько их там. Че, гоу, может, полетишь? Да, я готов. Гоу, 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 лети. Вешаю, я не отменяю. Вешаю. Развешал. Хорошо, пошло дело, пошло. Давай, Антоха, пуджа, души пуджа. Давай. Нифига там дэмэджа, посмотри. Уф, инвокер застилил. Ах ты, Войкер! А я так уже возбудился. Думал, сейчас ультра будет просто с ультра. Блин, это жестко. Даже пудж... Вот на пуджа уже он последнее время только начал тикать ульт, и все равно там урона хватало, чтобы его убить. Ну, хоть там 3000 хп плюс резисты. Боже, как же это больно, да? Ой-о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 й, ребятки. Ребят, в общем, это работает даже против жирного пуджа. Так что, друзья, тестите, пробуйте. Очень прикольная страта. Главное, не забывайте, что можно подписаться на канал обязательно и смотреть такие видосы намного чаще, чем вы их смотрите. Так что держите в курсе. Держите в курсе. Тини сдох со склянки просто. Подарок в ботл запихнуть. Я пробовал, не получается. Не получается. Я думал, можно хотя бы на разок ботл так восполнить с помощью подарка. Чё, я Егис забираю, ой, разбиваю, как старый добрый, да? Или ты заберешь? А Егис не нужен. Заберешь? Разбивай, пофиг. Ну забери, плиз. Ладно. Блин, я отвлекся. Я разбил его. Нифига тебя там убивают. Ну, земля пухом, брат. Успеешь? Только не от нос. Хорош. Они не могут просто отпинать Фуриона. Сколько им времени у них там было? Да. Так, я готов, на самом деле. Так, я сейчас зарегенюсь тогда на базу. Я просто не на базу кликнул ТП. 25 сеук. Молодцы. И, наверное, это уже крайний будет, и
Рано! Рано! Они там побежали, смотри, давят уже. 10 сек. Антох, сюда ты пыхнешься? Угу. Там, блин, там только 4 хуже. Там под колодец прям можно будет, слышишь? Блин, у меня гоуста нет. Гоуста нет. Летит. Летит. Да. Летит с базы этот гоуст. Сейчас. А вместо чего? Разбиваем мидас. Страты от Антона. Сейчас там Бара бежит. Бара БКБшку нажмет. Все повыходят. О, БКБ минус. Отлично прожал. Сейчас ждем. Инвоков закинали. Запинали. Хорошо. Ждем. Ждем, 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 ждем. Чё-то их мало там. Вообще. Они так умирают. Не-не-не-не-не-не. Надо под колодец запрыгнуть, короче. Ревенант байбекнулся. Ну, если их, если, блин, ну там их трое будет. Они сейчас пойдут под колодец. Готов под колодец, короче? Да. Давай, я лечу поехали. Прямо сейчас. Дал. Дал. Все, под колодцем. Душу. Смотри, как больно этому Пуджу. Только не сдохни. Там раздоры сейчас, слышишь? Все закончилось. Уже закончилось. Ну даже, ты видел, как Пуджу, кстати, залетает больно тоже? Прям реально очень больно залетает. Прям ту-ту-ту-ту, вот так вот, прям по две сразу, тук-тук, два тика таких. И такая тучка за тобой злая. Я тучка-тучка-тучка, я вовсе не медведь, да, я вовсе не разор. Все, отстань от меня. Плохая погода. Плохая погода, не ветрено, не весело. Инво портит всю малину. Инво инвокер-хейтер Тенадисов. Я курить не жал. Настолько изи, да, катка же? Я курить пошел. Слушай, ну надо еще разок тогда и все, и заканчиваем. Тоже сильно растягивать не хочется, потому что вроде моменты уже все показали. Красиво, интересно работает. Прикольно, так сказать. Пара на тебя сейчас прибежит, а у тебя скади. Слушай, откуда у тебя скади вообще? Да, из магазина. Ты что, кредит взял? Да не, могу себе позволить и так. Я ж Фурион, фарму чемпион. Да. Так что так бывает в жизни. Деля мана, да? Так, 52 секунды. Слушай, ну, знаешь, страта на луне вообще ничего не делает. Бежит. Бежит на меня. Животничек. Ну, у меня КД, Антох. У меня КД. Чё? Можно побить так немножко его? Чпоньк. А чё, давай тыкаться. Давай, я тоже помогу. Задушил. Слушай, у меня скоро рефреш будет. 70 секунд бара рисуется. Я не буду ничего нажимать. Ну, специально просто. Может отпустить его. Инвокер, ну, не отпустит. Инвокер не отпустит. Не отпустит инвокер. Ну, инвокер такой, знаешь, минус контент делает. Ну, можно, в принципе, запушить. Но у меня есть еще все кнопки, можно будет под колодец потом пойти. Ух, что ты инвокер. ГГ. Так, у тебя есть, если что, я вижу. Но они, наверное, не успеют резнуться. Опять я написал «Ютюбе». Хорошо. Так, птичка кукарекнул. Так, ну еще 40 секунд, и можно. Это еще с худом будет. С худом, да, то есть это очень много дэмэджа. Слушай, ну трон, походу, упадет раньше, чем кто-то резнется. Я просто под колодец закину. Два ульта. Заказ! Заказ мадом. Да, жестко, ребят. Ну, вот такая вот катка у нас. Вот такая катка у нас еще одна, ребят, получилась. Ну, кому понравилось, можете поставить лайк. Кто не подписан, подписаться, чтобы не пропускать такие катки. Я думаю, так сказать, по фану вам зашло. Спасибо всем ребятам, кто мне помог. Том Хелс сделал тоже неплохую роль. Он вышел на алхимике, сделал аганим. Павло просто залетел, так сказать, сыграть. Ну и, в принципе, Триборгу отдельное спасибо за то, что помогает постоянно делать такие видосы. Да, Триборг? Антонио. Да, спасибо Триборгу. Да. Во славу, в общем, ребят, Триборга. Всем спасибо и до скорого. Будем еще делать такие видосы. Все, давай, Антоний. Спасибо тебе. Не за что. Пока. Всем пока.